Вятскую общину мусульман возглавил новый муфтий. Им стал бывший служитель Казанской мечети Зуфар Галиуллин. Его кандидатуру предложил Верховный муфтий России. Накануне на очередном съезде вятских мусульман Зуфара Галиуллина утвердили единогласно. Напомню, бывший вятский муфтий Габдунур Камалуддин вышел в отставку по собственному желанию. Известно, что до нового назначения Зуфар Галиуллин был первым имамом мечети Кул-Шариф в Казанском Кремле, а также одним из руководителей строительства этой мечети.